Заехала в Юлу. Вот посоветовали такую штуку купить. Стоит дешево, 49 крон. Вот. Так что буду заниматься, тренироваться с мышленными. Уже подготовка летняя заканчивается. И вон акибрет санки. Это уже для снега. Так, садитесь на нее и поехали. О. А это для чуть побольших поп. Боже мой, неужели уже зима скоро? Вот такой, такая сушилка. 349 стоит. Есть еще за 799. Типа. Но она менее мощная, чем вот эта. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь 6. В прошлый раз зарекалась, что не буду покупать. Но начала опять сушить и понимаю, что мне одной сушилки мало. Я вечно нагребаю, я жадная. Нагребаю всего и не хватает места. Сушится долго. Так разложил бы по... Да. Так, это... Вот эту возьму. Вот. Достаточно большая. После вчерашнего, после грибов, не отмываются руки. Очень удобная вещь, достаточно широкая. Два пальца вылазят туда. Тут вечно что-то переливать. На воду то есть, а вот с широким горлышком нету. 59 стоит. Еще вот какую интересную штуку я высмотрела. Вот такой. Даже не знаю, как его назвать. Ну, короче, ставишь дырочки. Помыл, все сбежало, все хорошо. Стоит 49 крон. Какая же красота. Красота.
Взяла салат и хочу показать. Я раньше покупала это, как его называют, томаты, сульмудные томаты, в общем, тушеные солнцезащитные, блин, короче, я все забыла, я сейчас выключу. Вяленые томаты. Я всегда покупала вяленые томаты в Азии в бутиках, ну, такие эти самые. Ну, там иногда, если какие-то в спаре, там очень сильно хотелось. Но они всегда были очень своеобразные. А здесь я вот этот томат, видно, это производство самого магазина мини. Слушайте, какой он вкусный. Он не засушенный, не пересушенный, как вот в банках продается. Видно, что его сделали буквально недавно. Вот еще чувствуется вот эта свежесть, яркость вкуса, как у обычного томата. Но очень вкусно. Я думаю, что надо дома попробовать. Там он, собственно, без соли, без ничего. Просто, по-моему, какой-то этот самый... зеленушка, может, базилик. Сейчас накалю. Вот такой этот. Я просто вот впечатлена. Так что, люди добрые, делайте вяленые томаты дома. Они вкуснее в два раза, чем магазинные.